Девушек с веслами, впрочем, как и парней, в эти дни на озере Сазанка больше, чем обычно. На базе «Олимпия» в Энгельсе проходит первенство России среди юниоров до 24 лет по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования из-за пандемии переносили несколько раз. Грести спортсмены должны были летом, а пришлось в конце сентября. Хорошо, что соревнования выпали на бабье лето. Дни солнечные, достаточно тепло. В Саратове погода прекрасная сейчас, и, в принципе, гоняться не мешает нам и просматривать молодых талантов. Если, конечно, температура опускается ниже, уже сложно спортсмену соревноваться, одевая на себя много одежды. А сейчас прекрасная погода, можно соревноваться и показывать высокие результаты. В соревнованиях принимают участие 456 спортсменов из 29 регионов Российской Федерации. Команду Саратовской области на первенстве России представляют 40 спортсменов из Энгельса. Среди них призеры чемпионатов и первенств России, мастера спорта, а также другие спортсмены. Наша землячка Елизавета гребла быстрее всех и вышла в финал. В экипаже, когда сидишь, ты работаешь не только за себя, а за команду, а в одиночке только за себя. Ты не можешь на кого-то еще рассчитывать или подвести тоже. Гребцы разыграют 39 комплектов наград на дистанциях в 200, 500 и 1000 метров. Так что о напряженной борьбе спортсмены отдают все свои силы. Надежда Новикова, Роман Шильдяев, Саратов, 24.